Импровизированные трибуны спортивного зала 21-го лицея переполнены. Поболеть за сильную половину своих семей пришли жены, они же мамы. С минуты на минуту здесь начнется матч по мини-футболу между сыновьями и папами. На футбол меня записал папа, и я очень этого хотела, занимаюсь уже 2 года. Но мы сегодня будем играть с нашими отцами. О, с отцами? И с тренером. А тренер за вас или против? Против. Короткое обсуждение предстоящего розыгрыша мяча, и вот уже юные и не очень футболисты выходят на построение. Гостей футбольной баталии тем временем прибывает. Среди них председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и его коллега, муниципальный депутат Руслан Шаипов. Победить, показать папа мастерство, выиграть. Только пап сильно не обижайте, а то они расстроятся. Свисток и красные разыгрывают мяч. Делают это, надо сказать, весьма профессионально. Как-никак, молодые спортсмены – участники юношеской команды футбольного клуба «Химки». Против профи играют любители. В атаке капитан команды красных достается отцам не на шутку. Товарищеский, а скорее семейный матч был организован в рамках масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». И действительно, где, как ни на подобных состязаниях, чувствуется единение отцов и детей. Отец всегда является примером для своих детей, в том числе для мальчиков. Поэтому сегодня организован такой вот футбольный турнир между отцами и детьми и дает возможность побыть вместе, ощутить командный дух в первую очередь, ну и, конечно же, провести совместное время. Совместно проведенное время на поле удивило результатом. Команда красных победила команду ПАП со счетом 6-5. Впрочем, остается лишь предполагать, поддавались отцы семей своим соперникам или нет. Сервер Биг Поветов, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.